Жизнь Занерзула. Здравствуйте, уважаемые. Мы с вами продолжаем играть в Rage of Chaos, Warcraft 3. Не хотелось мне этого делать, но прошлые две длинные серии, там по часу практически, меня не устраивают. Я считаю, что, знаете, стратегии немножечко неинтересны для просмотра, чуть-чуть неинтересны. И поэтому... Лучше понемножку. Так, это живое существо. За короля мертвых. Ладно, вот это вот здание сразу же нужно разрушить. Какова воля тени? Жду приказаний. Могильщики. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Так, еще один рудник. Я заставлю тебя страдать. Скелеты в бой. На нас напали. Блин, они тут могут просто продолжать воскрешать, а мы, видите, целую армию скелетов имеем. Так. И мало того, наши скелеты еще и неплохо держатся, еще и башни уничтожают. Зерги, что с них взять? Никто не смеет мне приказывать. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Да-да, бегите, бегите. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль. Ну что еще? Фростморн! Ты узнаешь, что такое боль. Целебное зельюшко. Ну, так себе. Наконец-то. Во славу плети. Поехали. Фростморн жаждет крови. Так, ну это как бы такой никто промежуточный, да, остров? Это такой промежуточный остров. И я думаю, что по самое время пора уже докупать. Ой. Где прольется моя кровь? Чини, красавец. Полегче. Давайте этот остров доисследуем. На нас напали. Фростморн. Тьма зовет меня. Ты узнаешь, что такое боль. Пробудился. Еще один. А, это такой, типа, промежуточный остров, и здесь порталы на все три других острова. Окей. И не наступай. И не надейся на быструю смерть. Какие же вы суки, граждане. Склоняюсь перед вашей волей. Тьма зовет строить Зиккурат. Мертвые ждут кура. Да они мрази. Никто просто не уйдет живым. Они просто живые мрази. Мертвые. Вы видали, что они творят? Интересно. Умри.
Мало того, что у нас деньги заканчиваются. Да хранит меня тьма, жажду служить. Да свершится предначерт, обрушился. Да иду. Где прольется моя кровь? Ладно, ребята, давайте прыгайте вот сюда. Ваша воля исполнится. Че, мы от этих сволочей избавились? Жду приказаний. Ну и мерзость. Чего желает мой повелитель? Строй зиккураты, да, пока у нас повелитель. Есть деньги. Ваша воля исполнится. То, что все-таки лагерь да базируется здесь. И отправляйтесь вы у нас в новое место. Зиккурат, выйди. Сделай. Сделай зиккурат, сволочь. Постройка завершена. Чего все, теперь сюда. Мой и вот сюда мне. Вот сюда, вот так вот. Мертвые ждут. Какова воля тени? Постройка завершена. Какова интересно. Воля тени? Чтобы вы во второй дирижабль залезли. Дирижабль! Ага! Стройка завершена. На нас напали. Мертвые ждут. Постройка завершена. И везите на... Едьте на подмогу. Братанам. Все-таки мы одного здесь оставим, чтобы он занимался ремонтом и всем тем прочим. Так, банда, высаживаемся. Где прольется моя кровь? Пробудился. Так, армия строится, баблишка мутится, а мы... Никто не смеет мне приказывать. Ты меня пугаешь? А мы продолжаем. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Так, ребят, давайте не будем лезть. Постройка завершена. И пускай каждая труповозка занимается своей башней, блин, лезет. Куда ты лезешь, дура? Построить зиккурат. Ладно, давайте вдвоем быстренько. Так, мы все два, вот этот третий, да, сейчас отобьем, и все. Я жажду служить. Исполню с радостью. Плохо я вот тут вот натыкал этих зиккуратов, дурак. Ты меня пугаешь? Какова воля тени? Чего? Постройка завершена. Ладно, поехали. Никто не смеет мне приказывать. Я сказал, поехали вот сюда сначала. Полегче. А теперь прыгаем в красный портал. Во славу плети. Потому что красный ведет к березовым. Фростморн жаждет крови. На нас напали. Вот так-то лучше. Как нас сразу-то встречали. Стройка завершена. Так, ребята. Жду приказаний. Дирижабль, ага, сюда. А вы давайте мертвые на подмогу. Ждут.
На подмогу все. Там, наверное, совсем все ужасно. Мертвые служат тебе. А где наш Артас? Жду приказаний. Трепещите, враги бледи. Никто не смеет мне приказывать. На нас напали. Мертвые ждут. Умри. Трепещите, ради пледи. Ну что еще? Наконец-то. Ну, это все, это победа, ребят, на самом деле. Чего желает мой повелитель? Это полный слив лагеря. Полегче. Ну, конечно, с такими силами, с которыми мы с ним прошли. Это удивительно еще, как мы еще и не могли не победить. Так, паучок, живи. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. А вот то, что у нас некромантов следует, это вот немножечко обидно. Полегче. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Наша Артес как феминистка. Никто не смеет мне приказывать. Твоя душа принадлежит мне. Наконец-то! На нас напали! Говори, глупец, и не надейся на быструю смерть. Фростморн! И не надейся на быструю смерть. Мазовер. Спящий пробудился. Вот так-то лучше. Наконец-то. Твоя душа принадлежит мне. За короля мертвых. Фростморн жаждет крови. Так, ну и все. Еще один лагерь готов. Я заставлю тебя страдать. Второй лунный кристалл. Опять нас просят что-то выбросить. И меня это бесит. Наконец-то. Меня. Нужно построить зиккурат. Фростморн жаждет крови. Во славу плети! Наконец-то! Так, где тут у нас дирижабли? Один должен быть где-то здесь. Мертвые служат тебе. Чего? Полный вперед! Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится.
нужно построить зиккурат. Ты меня пугаешь? Какова воля тени? Да хранит меня тьма. Полный вперед! Окей. Жду приказаний. Ну что еще? Вы прыгаете. Какова воля тени? Интересно. Кстати, мы такой тактикой у людей не пользовались. Но вроде как могу сказать, вот чисто по ощущениям своим. Полегче. Что? А, здесь вот, видите, Сильван на Леди Ветров торчит. Ты узнаешь, что такое боль. Мертвые служат тебе. Умри. Говори, глупец. Я даже лечить никого не хочу. Я просто уверен в том, что мы все затащим. Говори, глупец. Просто мы стерли все с лица земли. Вот абсолютно все стерли. Жду приказаний. Трепещите, враги пледи. Че стоим, кого ждем? В атаку. Но вы видите. В итоге, вроде как, по моим ощущениям, солдаты людей гораздо сильнее, но дороже и дольше производится. А нежить хоть и посильнее будет немножечко, но... Ой, точнее, посильнее, послабее будет, но зато дешевле и быстрее. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас я вас настигну. Полегче. Так, ну что нам выбрасывать? Защита или... Ладно, давайте, наверное, скорость. Фростморн жаждет крови. Но и это еще не все на самом деле, потому что нас ждет еще четвертый лагерь. И в итоге это самая, блин, отвратительная миссия просто. Лунный кристалл — часть ключа трех лун. Ты должен найти еще два таких кристалла, чтобы открыть эльфийские врата. Ну что еще? Наконец-то! Наконец-то! Полегче! Так, сейчас, минуточку. Энергетики. Во славу плети! Я не могу взять это. Никто не смеет мне приказывать. Я не могу взять это. Да вы вот гоните. Вот так-то лучше. Наконец-то. Второй кристалл наш. Вот так-то лучше. Да иду. Жду приказаний. Никто не уйдет живым. Полегче. Во славу плети. На нас напали.
Кто на нас напал? Никто не смеет мне приказывать. Откуда здесь паук? Я заставлю тебя страдать. Наконец-то. Партизаны под телефортом. Фростморн жаждет крови. Так, а теперь. Во славу плети. Вы летите вот сюда. Пока вы тут вот размотаете ждут. Вот эту вот башенку, пожалуйста. Умри. Да хранит меня тьма. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Наконец-то. Третий кристалл. Нам удалось собрать ключ трех лун. Фростморн жаждет крови. Чего? Полный вперед! Понял? Жду приказаний. Так, все в портал. Интересно. Вы в портал. Так. Нужно построить зиккурат. Какова воля тени? Да хранит меня тьма. Чего? Ты меня пугаешь? Никто не смеет мне приказывать. Полный вперед! На нас напали. Мертвые служат тебе. Чего? Ну что еще? Наконец-то! Ты меня пугаешь? Наш герой погиб. Мертвые ждут. Мертвые служат тебе. Мертвые ждут. Жду приказаний. Мертвые ждут. Ну тут, в принципе, не лагерь просто так, да? Вы звали меня. Что сделано, то сделано. Чего? Ты меня пугаешь? Полный вперед! Какова воля тени? Трепещите, враги плети! Во имя короля мертвых. Мертвые служат тебе. Ну, зергнули мы, ребят. Да хранит меня тьма. Так, нужно героя воскрешать. Напали.
нас напали. Мертвые ждут. Умри. Интересно. Ну и все. Так что давай, иду сюда, кораблик. Дирижабль. Ребята просто окаянны. И это всего лишь два вурдалака. Виза диад people. Но не думаю, что мы тут что-то пропустили. Ну вот кроме вот этой одной гребаной башни. Скоро и этот источник. А нет, здесь аж 11 тысяч. Так что все нормально. Достанешь ли ты? Достанешь. Ну, значит, сейчас этим мы будем развлекаться. Пока там Артас летит. Никто не смеет мне приказывать. Так, ну по факту нам нужно вот сюда высадиться. Или сейчас мы воскресим его все-таки. Уже и не помню. Ну, за скорость обидно, конечно. Наконец-то! Ворота открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, эльфийские земли будут нашими. Будьте вы прокляты, твари! Что же нужно, чтобы остановить вас? Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Да, все-таки будет еще третья миссия с нежитью, ой, с эльфами. Я все, я уже упорался. Окончение. Окончение, да, окончение, так что пока-пока. А знаете, я растыка. Я каждый раз выхожу из глав и не заметил, что у нас была интерлюдия, совет повелителей ужаса. И она была и перед тем, как мы начали штурмовать эльфов. Тем временем в цитадели повелителя ужаса посреди преисподней. Что, Тикондрус? Все идет как задумано? Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечишка так же недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Плеть должна выполнить свое предназначение. Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонд оторвет нам головы. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонд не прощает ошибок.
Вот такая вот интерлюдия. И потом мы типа пошли сражаться с эльфами.